Всем большой привет, мои дорогие! На этот раз покупки из магазина TK Maxx. Жаль, что от нас он очень далеко находится, примерно 70 километров в соседнем городе. Мы ездили с Андрюшей на концерт классической музыки, на детский концерт. И совместили приятное с полезным. И забежала я в TK Maxx, Андрюшу взяла, потому что я хотела им купить, мне нужно было им купить летние вещи. Ну и папа ждал в машине, поэтому сильно там не разгуляешься. И снимать тоже было невозможно, потому что очень много было народу. Была суббота. Ну, возле полок с косметикой я бы там стояла, наверное, часами. Потому что все нужно посмотреть, почитать, пощупать. Не предоставилось возможности, поэтому быстренько так вот, можно сказать, похватала и помчалась. Вот. Крем увлажняющий. Вот такой вот Кристиан Бретон. Я не знакома с такой фирмой. Смотрите, на самом деле Франция. Рекомендуемая цена 70 евро. Я взяла его за 17. Еще не открывала, не смотрела. Но он, скорее всего, будет на подарок. Смотрите, для сухой кожи и очень сухой кожи. Увлажняющий крем. Здесь сколько? 50, наверное, да, как всегда. Я даже не посмотрела. Да, 50 миллилитров. И из уходовой косметики взяла только вот такой вот гиалурон. Серум увлажняющий. Тоже 50 миллилитров. Стоил он недорого. 7 евро. С пипеточкой. Тоже запечатана. Силиконовая. Здесь такая вот пипетка. Сделан так симпатично, такая вот. Она стеклянная, но покрыта, как будто кажется, как будто из металла сделана бутылочка. Потом вам расскажу, если будет интересно. И еще свой идеальный шампунь уже годами. Я уже много об этом рассказывала. Смотрите, взяла себе кератин, профессиональный уход. Сделан в Италии, литр здесь. Пумпа мне очень нравится. Классная. Смотрите, стоил 9 евро. Ну, особо тут не прочитаешь на итальянском, но и на английском. И мне хватило того, что с кератином шампунь. Поэтому буду пробовать. Вот про этот шампунь Далан. Я очень много его видела в обзорах. Девочки из России, кто летает в Турцию, много видела. Хвалили его очень хорошо. Он с оливковым маслом. Взяла два. Думала или Мамули, или Вики. Но там такие корзины на колесиках. И, в общем, как-то он мне каким-то образом открылся. Здесь вот так вот нажимается, да, открылся. И чуть ли пол флакона вылилось. Но я не видела, на самом деле лежал. Смотрите, вот цена. Рекомендованная, настоящая. 3,99. Попробую, посмотрю. Вот здесь даже на немецком есть. Верди фамилия Далан. Посмотрим, попробую. Запах приятный. Немного напоминает оливковый ухаживающий шампунь с пшеничным протеином. Смотрите, без красителей, без силиконов, без глютена. Усиливает, как бы придает силу поврежденным волосам. Ага, и через 4 недели видно результат. Посмотрим, для сухих и поврежденных волос, дерматологический гетест. Было всего 3. Я что-то думаю, 2 возьму. И третий флакон тоже какой-то был весь залитый. Поэтому, ну, вот так. Приходила доча. Покажу вам. Следующий шампунь. Это кератин. И только сейчас вот цена. Только сейчас я увидела, что он... Посмотрите, тоже итальянский. Что итальянское у меня сегодня. Итальянско-турецкая продукция. Здесь литр. Антифриз. Ну, то есть... Чтобы не путались волосы. Тоже итальянский, английский язык. Вот есть немецкий. С морскими водорослями и с кератином для любого типа волос. Идеально для частого использования. Ну, супер, будем пользоваться. Теперь у меня есть запас, да, какое-то время. От DKNY. Я купила себе Культаши. Я возьму ее с собой в Болгарию. В Турции не думаю, что она пригодится, да?
А вот Болгарию я и возьму. Она такая милая. Были розовые, голубые. Мне понравилась именно эта. Смотрите, очень милая. Небольшая, не маленькая. Там есть у нас сумки, но захотелось мне такую. Посмотрите, какая классная сумочка. Просто будем брать ягоды, напитки с собой. Как всегда. Цена, смотрите, какая. 17 евро. Здесь, кстати, куча этикеток. И, посмотрите, девушка на кассе нам благополучно сложила все Андрюшины вещи. Вы представляете, какая классная. Очень приятная. Такая не жесткая, не жесткий материал. Покажу вам, что мы купили. Приехали, уж такая жара была. Сыночек уже одевал. Посмотрите, а чемпион я сынульке купила. Вот такие классные шортики. Беру всегда, как всегда, больше размер. Ну, здесь такие тоже, знаете, да? Сеточка. Трусики, они с кармашками понравились. Мне очень ему красиво. Возьмем тоже с собой на море их. Стоили они 10 евро. Продукты у нас представлены сегодня со всего мира. Футболки Андрюшины сделаны в Бангладеш. И дальше шорты покажу вам. Сделаны в Индии. Турция, Франция, Италия. В общем, Америка. Все как... Очень интересно. От чемпион сынульки футболочку взяли. Вообще мы смотрели только детские вещи. Я себе даже ничего не смотрела, потому что не было времени. Хотели шлепки, но не было на сынульку. Такие, ну, знаете, как чемпион, да? Прорезиненный лейбл. Стоил 10 евро. Рекомендованная цена 20. Вот такая вот обычная, классная. Андрюша очень понравилась. Выбирал сам. Ну, с моей помощью, конечно, Фила. Такая вот классная. Тоже шлейф. Это все майки 100% коттон. Это стоило тоже 10 евро. И вот такая. Это вообще мне очень понравилось. Мне кажется, такая классическая. А вот. Здесь тоже все про силиконина все. Это стоило 13 евро. И шорты. Шорты просто я влюбилась. Не знаю, насколько камера передаст качество. Это стрейчевый материал. Он очень легкий, шелковистый. Обалденно, они будут холодить. У сынульки мало таких шортиков. Они стоили тоже по 10 евро. Двое было нашего размера. И я взяла одни и другие в одинаковом. Одинаковый размер, но вот разный цвет. Вот такая вот фирма. Вот. С кармашками. В самый раз. На жару, по-моему, самое то. Обычный. Видите, очень хорошо сделаны. Здесь сделаны в Индии. Посмотрите, как все прошито и прострочено. Очень аккуратно и красиво. И вот эти. Сначала я схватила эти. Обалденные. Просто шикарные. Тоже 10 евро. Вот. Вот так вот называется. Томми Багама. Я не знаю, что это за фирма. Ну, Томми. Томми Хильфигер. Что я сначала подумала. Мне не важно. Качество обалденное, они тянутся. Легкие-легкие, они вообще невесомые, шелковистые. Ну, конечно, это синтетика, но они очень-очень легкие, такие нежные. И сейчас покажу вам, что еще мы с нульки купили. Вот такое оружие от Нерф. Сыночка меня раскрутил. Я говорю, давай купим один. Нет. У него есть старый вот этот вот. И он говорит, что уже засорился от воды. Папе нужно обязательно еще один. Этот стоил 20, а этот 13. Но не оба от Нерф. Как он сказал, называется. А теперь какой из них, я не знаю, какой-то из них называется миниган. Как он мне объяснил. Типа обрез, что ли. Вот этот, наверное. Нет, вот этот, по-моему, да. В общем, классно здесь. Много наливается воды. Вот такая вот огромная помпа качает. Посмотрите, целую войнушку нас попозже устраивали. Вот такие наши покупки из магазина. TK Maxx. Жалко, что он от нас далеко, а с другой стороны. Пусть лучше так, иначе мы часто там закупались. Спасибо всем большое за внимание. Пока!